убеждена, что абсолютно все публичные люди должны занимать активную социальную позицию и заниматься благотворительностью. Именно поэтому в рамках нашего проекта For Style and Kids мы решили приобщить детей с самого раннего возраста обращать внимание на тех, кто нуждается в нашей помощи. В первую очередь это бездомные животные. Я благодарна каждому ребенку, их родителям, нашей команде визажистов, стилистов, кто принял участие в нашем проекте. Я прошу вас, не проходите мимо, помните, мы должны помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. В конце этого ролика вы увидите реквизиты одного из питомников Украины, который очень нуждается в вашей поддержке.